Я в середине пустыни, миражи окружили, но я медитирую с ними в примитивном мире, противном рутине, где парадигмы бессильны, затих, сидя один на один с идиллией, мыслями тили-мили, как пилигримы или мой стимул выжить, все же вылеплен из глины с пылью, и я постигну тишину, если продолжу быть тут, но найдя вершину, я лишь обреку себя на пытку. Я в середине пустыни в поисках истины, лови открытку. Я тут пытаюсь врубиться, как мне все вынести в одну калитку и разбить копилку после куба литра джина. Мои ориентиры сбиты, но я выпустил дым, как дым машина, и залип на виды, загипнотизированный светом неба из нефрита. Оно пульсировало в ритм, и что-то за ним, наверное, было скрыто. Но ведь скоро это будет абсолютно не важно. Все будет так же, будет как раньше. Свои будни мы загубим в многоэтажках, малолитражках, и так будет с каждым. Скоро все сегодняшнее станет вчерашним. Время все расставит по местам и покажет. Ты проснешься утром не умнее, но старше, злым и уставшим, и так будет с каждым. Так будет с каждым. Без 10:04:30, а я бессильно курсирую в своих мыслях, максимизируя признаки дуализма. Я делю себя, и этим не делился даже с близкими, подсознательно осознавая риски. Я копаюсь дальше, спорю и ссорюсь в поисках смысла. Я в середине пустыни, и даже тут от самого себя не скрыться. Но ведь скоро это будет абсолютно не важно. Все будет так же, будет как раньше. Свои будни мы загубим в многоэтажках, в малолитражках, и так будет с каждым. Скоро все сегодняшнее станет вчерашним. Время все расставит по местам и покажет. Ты проснешься утром не умнее, но старше, злым и уставшим, и так будет с каждым. Так будет с каждым.